вчера мы работали на выставке у МЧС, где проходил конкурс на лучшую фотоработу. И я горжусь, что меня туда позвали. Там люди выставляли работы, которые были рождены в результате работы вот этих вот потрясающих святых людей, МЧСников. Вот. И... Привет. Да, и вот эти работы, я их видел. Я хочу спеть песню, посвященную Хизыру Тутовичу Войтову, Боре Тилову. Поднимите руки, кто знает, кто это такие. Вот, спасибо. Тем, кто Саше, Абу, ну и в общем всем прилюдным спасателям, вот. Они говорят, знаешь, мы, говорят, вот иногда думаем, что мы похоронная команда. Я говорю, нет, ребята, вы не похоронная команда, вы, наоборот, святые люди, возле которых приятно просто посидеть, когда вы даже пьяные там сидите, спите на лавке. Потому что от них исходит такая аура, что потом чувствуешь себя совершенно, совершенно по-другому. Вот в Москве, и я хочу две песни спеть, первая песня. Вот про них непосредственно, которую я написал лет, наверное, 10 назад. Я очень горжусь тем, что эта песня у них написана, напечатана, висит у них в Спасаловке. Нас водят жизненные цели, полюсов невидимый магнит, души тех, которым мы успели, души тех, которым предстоит, в гороскопах чьих-то незнакомых. Последний самый из надежд, трещины сшивать и переломы, риском перекрученных судеб, строчка непроверенного шага, за которой караулит враг, как над непрочным бытия бумага, если ты увидел это, брат, давай, дружище, смотри внимательно, ошибки вряд ли исправит кто-то. Спасать спасателей, у нас такая с тобой работа. Господь не любит спасать спасателей, у нас такая с тобой работа. Посмотри в заоблачные дали, где-то в черном космосе летят души тех, кому мы опоздали. Пусть они поймут нас и простят. Слева жизни праздничное поле, справа бездна смерти ледяной. Между них с веревкой мы с тобой под руками держим мир иной. Давай, дружище, смотри внимательно, ошибки вряд ли исправит кто-то. Господь не любит спасать спасателей, у нас такая с тобой работа. У нас такая с тобой работа, у нас такая с тобой работа.